не повод откладывать встречи с друзьями на потом. Для жителей села Ивановка под Оренбургом компания «Уфанет» организовала праздник двора. Мы сегодня в селе Ивановка решили провести классный праздник, потому что зимой обычно люди не выходят на улицу, холодно, мерзнут, но мы сделали классный городок, построили лабиринт. Ни один сотрудник строил этот лабиринт этих снеговиков. Мы все здесь большой дружной командой хотели сделать приятное жителям и подарить им такой замечательный городок. И теперь все жители села могут приходить здесь, проводить время с детьми, фотографироваться, ну и просто отдыхать. Для жителей сотрудники компании построили снежный лабиринт, установили снеговиков и ледяную скульптуру талисмана компании – кота Пончика. Помимо этого, между командами «Пельмени» и «Лучшие дети» провели веселые старты. Взрослые люди. Мне очень нравится Уфанет. Самый лучший друг. Да. Хороший, клевый. Это больше мне не как у Алис, поэтому лучше всех. Самый лучший праздник. Мне понравилось очень. Мы прыгали, играли, веселились, танцевали и все, что только можно, что можно, столько веселого. Бегали по лабиринту, танцевали. Участвовали в конкурсах. Делали конкурсы, рассказывали стихотворения. Лабиринт проходила, каталась на горке. Все очень круто, весело. Спасибо большое, Фанет. Узнать о предстоящих событиях от компании вы можете в социальных сетях. Контакты на ваших экранах. Возможно, следующий праздник пройдет именно в вашем дворе. Роман Ланцев, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.